Сейчас у нас в гостях Рустам Узаков, представитель компании «Кухмастер». Рустам, у вас довольно-таки крупная компания. Скажите, с какой целью вы приехали на данную выставку? Всем добрый день. На данную выставку мы приехали с целью найти партнеров в странах СНГ и в ближайшем и дальнем зарубежье. Ну, на сегодня у нас есть уже, в принципе, за 20 лет работы в компании есть партнеры в Монголии, партнеры в Китае. Мы работаем и с Азербайджаном, и с Туркменией. Вот. На этой выставке мы смогли заключить контракт с белорусами. Ну, в принципе, эта выставка World Food, она направлена на поиск партнеров в мире. Поэтому, в принципе, она проходит довольно-таки успешно у нас. Сейчас как раз-таки весь мир озабочен вопросами экологичности. Как ваша компания применяет вот эти новые тренды и технологии? И развиваетесь ли вы в этом направлении? Ну, на самом деле, вы правы. Сейчас век здорового питания, ЗОЖа. И наша компания идет по этому же пути. Мы, в принципе, всегда выбирали путь производить достаточно качественную продукцию. На сегодняшний день мы производим томатно-соусную группу без использования консервантов. В нашем портфеле есть кондитерские изделия, которые производятся по ГОСТу, по ГОСТам. Также в прошлом году мы выпустили линейку соков, которые производятся без использования красителей, консервантов и каких-то дешевого сырья. Вот. Все сырье, которое мы используем, мы его сами выращиваем на полях Волгоградской области. Там сосредоточен наш второй завод, который мы построили в 2016 году. Сами выращиваем овощи, помидоры, тыкву, морковь и все остальное, что используем для производства овощных и фруктовых соков. То есть, в принципе, у вас получается полный цикл производства? Да, у нас практически полный цикл производства. Ну, понятно, что мы в любом случае заложники, санкций и вот этого, геополитики. В любом случае мы закупаем определенное сырье, оборудование в том числе, высокотехнологическое. Вот. Поэтому не до конца мы самообеспечены. Но мы идем по такому пути, чтобы быть независимыми, для того, чтобы мы могли производить продукцию качественную, не нарушая технологии, и для того, чтобы наш продукт был доступен нашему потребителю. Рустам, спасибо огромное.